Я хочу продолжить эту же недельную главу Ваеце. И то, что Яир начал, он уже объяснил нам разницу между выйти и убежать. И все это зависит от того, насколько мы уповаем на Бога. Поэтому мы должны задать такие вопросы. Я хочу дать нам несколько простых мест Писания и также научиться некоторым вещам. Юля, пожалуйста, тикри пасук 11. Мы сейчас прочитаем Бытие 28 главу, 11 стих. «И пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте». Мы уже слышали, мы уже читали эти стихи. И в переводе написано «и пришел на то место». Но на иврите здесь есть совершенно другое значение. И написано, что он не коснулся, а причинил вред этому месту. Нет? Липагазы, как ударился. Ударился об это место. То есть это место его ударило. Он шел, и вдруг как будто он врезался в стенку в какую-то. Вот то, что написано в этом месте Писания, таким образом мы можем толковать то, что написано на иврите. А прийти, как бы прибыть, это совершенно другое. Он не просто прибыл, он врезался в это место. Как понять это место? И есть стандартное толкование. Стандартное толкование нам говорит таким образом, что сверхъестественным образом это швиль Беэр-Шева в Иерусалим, что сверхъестественным образом Бог сократил расстояние от Беэр-Шевы до Харана, до Иерусалима, потому что оно примерно берет 70 километров. И вдруг это расстояние он прошел за один день, что, естественно, сверхъестественно для человека, идущего пешком. Возможно, это так. Я, например, в этих словах вижу совершенно другое. Я вижу то, что произошло в будущем с Моше. Мы помним, что Моше убежал из Египта. 40 лет он жил в Мадианской земле. И он работал пастухом. И в один день он шел со своей паствой. И он также врезался в горящий куст. И из горящего куста Бог говорил к нему. Это было что-то сверхъестественное. И здесь я вижу то же самое. И я уверен, что вы слышали, что у Бога, сотворившего небо и землю, есть несколько разных имен. Например, когда Бог говорил к Моше, он сказал: «С именем Эль-Шадай я открылся твоим отцам Аврааму, Ицхаку и Якову». Перевод Эль-Шадай, что Бог тебя обеспечивает всем, что нужно. Есть такое слово на иврите «достаточно». Мне этого достаточно. И говорят, что одно из имен Бога — это место. Место. И когда написано здесь, что он врезался в это место, то это означает, что у него было особенное откровение. И Бог открылся ему с именем места. И я могу сказать, что я думаю, что это было особенное место покоя и откровения. И я думаю, что иногда и мы тоже, когда жизнь заставляет нас бежать или убегать, или слишком переживать, нам нужно пережить откровение Бога с Его именем места. Как маленький младенец, спасибо, который находится в утробе своей матери. Там он может найти покой, мир и безопасность. И есть очень много слов, которые другим образом, но говорят о том же состоянии. Например, в Псалме 17, с 19 по 20 стих написано: «Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Он вывел меня на пространное место. Нет более пространного места, чем сам Бог. И здесь говорится не про географическое место, но про Божье присутствие, которое может говорить к нам и привести нас к миру. אוקיי, זה שיעור אחד שאני נתתי. Это первый мой урок. ועוד נקודה שרציתי לדבר. И еще один урок, про который я хочу поговорить. להישבע או לא להישבע. Клясться или не клясться. לתת נדר או לא לתת נדר. Давать ли обет или не давать обет. כי כתוב בברית החדשה. Написано в Новом Завете. ישוע אומר, אל תתנו נדר. Иешуа говорит, не клянись. И чтобы твои слова были да-да или нет-нет. Но здесь, в книге Бытия, 28 главе, с 18 по 20 стих мы видим, как Бог дает обет, как Яков дает обет Богу. Написано: «И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мной и сохранит меня в пути сем, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, то я буду принадлежать Богу». И как понимать, что в одном месте Писания мы видим пример одного из наших патриархов, который дал обет и каким образом это сделал, а в другом месте Писания Господь Иешуа говорит: не клянись и не давай обет. Я хочу кое-что объяснить. Если вы помните, на День Искупления есть одна из традиционных молитв «Коль ханедарим», все обеты. Коль нидрей. И значение этой молитвы, когда человек стоит перед Богом и просит у Бога прощения за все обеты, которые он воздал ему и не исполнил. Если мы знаем историю, то, что написано в Сидуре, в традиционных еврейских молитвах, в основном Сидур был составлен из слов фарисеев, которые как раз были духовными лидерами во время Иешуа. И я здесь как бы с другой стороны вижу, что была такая традиция, просто на каждом шагу человек давал обет. Я вот клянусь в этом, это я буду делать. Богом клянусь, Иерусалимом клянусь. Есть люди, которые просто разбрасываются такими словами сегодня. Особенно в таком криминальном мире. Мамой клянусь, Богом клянусь, тем клянусь. Так я думаю, что Иешуа говорит, что нельзя разбрасываться такими словами. Это просто напрасные слова, которые ты бросаешь на ветер. Но да, есть место для обетов. Когда ты направляешь свои пути Господу, очень важно, что мы говорим, что мы собираемся делать. Еще небольшой урок. Я хочу читать из той же недельной главы. И мы сейчас, у нас открыта книга Бытия, 29 глава. После того, что произошло с Яковом на горе Мурия, он продолжает свой путь в Харан. И он приходит к колодцу. Давайте прочитаем 10 стихов. «Встал Яков и пошел в землю сынов Востока. И увидел, вот на поле колодец, и там 3 стада мелкого скота, лежащие около того места, потому что из того колодеся поили стада. Над устьем колодеся был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место на устье колодезя. И Иаков сказал им: братья мои, откуда вы? Они сказали: мы из Харана. Он сказал им: не знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали: знаем. И еще сказал им: здравствует ли он? Они сказали: здравствует. Вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал: вот дня еще много, не время собирать скот. Напоите овец и пойдите пасите. Они сказали: не можем, пока соберутся все стада и не отвалят камня от устья колодеся, тогда будем поить овец. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она послал. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и отец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, возвысил голос свой и заплакал». Мы здесь видим такой триллер. Яков очень долго идет в пустыне. И Бог сам или люди направили его к тому месту. И вот колодец. И там стоят пастухи. И говорят: вон идет Рахиль. Но мы не можем открыть колодец, потому что мы ждем других пастухов, чтобы они также пришли туда. И так говорят, что это не было очень просто открыть этот колодец. Там был огромный камень, который закрывал собой выход воды. И нужно было 6-7 мужчин для того, чтобы они с силой отодвинули этот камень. И тогда все могут наслаждаться водой, и стадо, и люди. И стандартное толкование говорят, что Яков был настолько сильным человеком, что он сам отодвинул этот камень. В таком случае я спрашиваю вопрос. Почему тогда он так боялся Исава, если он был таким сильным? Ну, возможно, это правда. Но я хочу поговорить не об этом. А то, что я хочу сказать, это не это. Как у Бога есть различные имена, и я привел вам пример. И одно из имен Бога — это место. Место, где мы можем успокоиться. Также у людей есть различные имена. Не только человек или сын человеческий. В свое время Иешуа сказал своим ученикам и другим людям, это было на Хануку, «Придите ко мне и пейте». И тот, кто будет пить, он в себе создаст источник живой воды. Источник живой воды. Источник или вода. А здесь колодец. Неделю назад мы с лидерами молились здесь. הנה, הפרשת שבוע מספרת לנו על עבדי יצחק שמחדשים בארים שאברהם אבינו חפר. Я сказала, что недельное чтение в то, как раз на той неделе было о том, что рабы Ицхака, они выкапывали эти колодец, который нашел Авраам. בקיצר. Мы этот колодец. Мы этот колодец. Аллегория этого местописания. Бог призывает нас быть как Яков. Открыть наш колодец. Во-первых, получить от Бога. Но также открыть наш колодец и напоить других. Вы сейчас благословили моего сына. И сказали, чтобы ты светил для других. Это все то же самое. Светить другим, быть колодцем для других, быть источником живой воды для других. Послание Ефесянам, 3 глава, говорит нам, что каждый из нас призван в Господе Иешуа на добрые дела. Но я уверен, что где-то 70% учеников Иешуа, может быть даже 85%, или даже 90. Они просто любят получать и производить критику. Этот прав, этот не прав, но я вот точно прав. Но во всей книге Священных Писаний от Бытия до Откровения Бог призывает нас не просто смотреть, но также делать. Быть источником, колодцем. Высвобождать что-то хорошее для других людей. Не только заботиться о твоей любимой семье. Естественно, думать о твоей любимой семье. Но также и благословлять других людей. Особенно светом. И Яков сделал здесь что-то действенное, но аллегорическим образом. Он сам был колодцем для многих. Он вырастил 12 сыновей и также дочерей. Они делали разные глупости. Но написано в Откровении, что их именем названы 12 ворот в Небесном Иерусалиме, которые спустятся к нам. Это значит, что Он их вырастил хорошо, в страхе Божьем. Но почему? Потому что он был колодцем. Я хочу пожелать нам всем быть колодцем, источником, который получит воду от Машиаха и раздаст ее другим людям. Я думаю, на сегодня достаточно. Давайте встанем и помолимся. Мы уже забыли, да, как нам быть общиной на 2 часа. Нужно восстановиться, обновить это. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя, что Ты любишь нас. Я молюсь, чтобы те слова, которые мы прочитали сегодня, слова из Твоей Торы, чтобы эти слова могли разрушить в нас эгоизм и любовь только к себе, и сделать нас людьми, которые служат другим людям. Но не забудьте об этом месте. Бог — это место. Место нашего спасения. Пусть Господь благословит нас.